Вот я рассказывал про то, что вечером хаотично здесь организуются группки такие. И люди танцуют, просто вот прям реально кто-то приносит, по всей видимости, технику, аппаратуру. И они уже принято, что они собираются в определенном месте каждый вечер. И вот такой клуб развлечений. Я бы сказал, что тут даже не для тех, кому за 30, а для тех, кому за 40, а даже больше. Вот. Никто не комплексует, все сидят. Кто-то смотрит, кто-то может встать и пойти танцевать. А вот там, вот в той части, вот там далеко, там танцуют по другую музыку совсем. По сути, она сертаки напоминает, но танцуют они что-то типа сальсы, вот такое вот. С элементами танго даже. А тут здесь вальс. Вот, ну как интересно, Наташка, да? Это прикольно. Пошли, танцуем. Сейчас пойдем. Сейчас мы покажем Кузькину мать.